Проекты в области атомной энергетики, нефтегазовой сфере и военно-техническое сотрудничество. Все это сегодня, как ожидается, обсудит Владимир Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры затронуты ключевые международные проблемы, а также взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и группы 20. Моди прибыл в Москву накануне. Вечером в Кремле его уже принял Владимир Путин. За неформальным ужином состоялись консультации в формате один на один. Также президент и премьер обменялись подарками. По итогам визита запланировано подписание целого пакета документов. Кроме того, Владимир Путин и Нарендра Моди встретятся с представителями деловых кругов России и Индии.